Юным переселенцам из Донецкой и Луганской республик подарили школьную форму. Обычно акция «Помоги собраться в школу» проходит в апреле, но в этот раз именно для ребят-переселенцев ее провели раньше. Ульяновские предприятия выпустили специальную партию одежды. Меценаты тоже внесли свою лепту. Конечно же, обратились сначала на наши фабрики, которые отшивают школьную форму. Это «Элегант», «Бастон», «Школьная форма», фабрика «Шпатров». И все они пошли нам навстречу и, ну, я могу даже сказать, выделили нам большое количество формы безвозмездно. Но, конечно же, не в полном объеме нам удалось собрать одежду, поэтому мы обратились еще и к другим нашим благотворителям. Татьяна Гончарова приехала из Луганска с двумя внуками – Лешей и Ваней. Ваня играет на скрипке, а Леша занимается греко-римской борьбой. По словам бабушки, оба любят учиться. Мальчишкам торжественно вручили костюмы – и деловые, и спортивные. Татьяна Николаевна благодарит ульяновцев за теплый прием и заботу. Спасибо за поддержку материальную и моральную. Форму получили мы спортивную, и школьную, пиджаки, и брюки. Просто нет слов выразить благодарность вам большую. В школы города уже пошли более 150 ребят. Точные данные постоянно меняются. Кто-то только садится за парту, а кто-то вместе с семьей собирается возвращаться домой на освобожденные территории. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.